Увага, спека. Не быть обыяковыми до температурного фону закликують епідеміологи Могильовской области. По словам специалистов, на дворе за высоких градусов и вельготности зараз створяет наибольш оптимальные умовы для распаўсюджвання инфекционных захворювання. Так, для купания треба обирать только проверенные санитарной службой водоемы, на яких проведены отповедные доследования воды. Особливую пильность треба проявлять и при набытии продуктов харчевания. Необходимо звертать увагу на термины годности и умовы захования товара. При таким надворье рается служба «Уживать» можно только свежеприготованную ежу, воду, бутилированную альбо кипяченую. И ни в яким разе не покупать продукты в неустановленных местах. Особная группа рызыки у спеку – это дети. Прогулки для их будут небеспешными раницей альбо у вечера, не только при температуре не больше за 25 градусов. По Цельсию лепш за все иметь при себе воду, ну и, конечно же, обовязковый атрибут – головный убор. Головный убор. Это же относится и к людям пожилого возраста, а также к людям, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Правила поведения решают многое. Поэтому лучше остаться дома, лучше остаться где-то на даче в тени, чем гулять на открытом воздухе. Польза от этого в данной ситуации будет значительно меньше.